Здравствуйте. Вот судье Шаниной поступила жалоба в порядке статьи 125 УПК. Бохонова. Бохонов. Да. Я знаю точно, материал запросили по нему. Ага, то есть что, принято к производству суда? Нет, принято. Материалы мы запросили, поэтому я даже, возможно, еще не назначили. Потому что мы сначала материалы запрашиваем, чтобы нам, как бы, вас не вызывать. Просто так, впустую. Это не очень редко нам предоставляют материалы. А если они не предоставят материалы? Нет, но мы им определенный срок предоставили, в который они должны нам принести материалы. Ага. Если они не предоставляют, то судья принимает меры. То есть мы же не будем ждать, когда они предоставят. Угу. Понятно. Ну ладно, спасибо. Так, подождите. Да. Сейчас смотрю я. Угу. Может, она и дата... Так, у вас есть там телефон указан? Нет, по материалам дела. У нас просто процесс сейчас, поэтому я... Чей телефон? Ваш, чтобы я могла вам перезвонить. Так, нет. А, там телефон адвоката указан. Да, телефон адвоката указан. Притулина, если да. Если я позвоню адвокату, нормально будет? Да, да, как раз очень хорошо. Все, все хорошо, я наберу тогда. Угу, спасибо, до свидания. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы бы не могли меня проинформировать по ходу дела по жалобе Бохонова Александра Валерьевича? Так, а вы кто, защитник? Да, Иванова Ирина Александровна. Я там тоже указана. Октября? Да нет, мы давно подавали, в сентябре. А в сентябре еще? Да. 11 октября это от Бухонова поступила, наверное, жалоба. И по ней тоже мне интересно, что. По ней еще уже две на рассмотрение. Угу. Так, 18 сентября, да, подавали? Да, вероятно, ага. Давайте мы сейчас чуть позже позвоню, сейчас судья огласится, я не уточню. Угу. Хорошо. Вы мне тогда номер телефончика продиктуйте свой сразу. Да у меня иностранный номер. А, ну с мобильной-то сможно на вам дозвониться или нет? Ну, по WhatsApp. Мобильный тоже у меня иностранный. Ну я перезвоню вам. Ну давайте, ну через 20-й перезвоните. Хорошо, угу, спасибо. Это вас беспокоит опять Иванова по поводу жалобы Бохонова. Не затруднит. Хорошо, я завтра позвоню. Спасибо. Алло? Здравствуйте. Вы меня просили перезвонить сегодня по поводу жалобы Бохонова. Так, Бохонова, это из Франции, да? Я правильно понимаю? Что-что? Это откуда? Так, вы из Франции? Вот я... Да-да-да, я Иванова Ирина Александровна. Угу. Да как же она возвращена, когда судья ее принимала к производству? Как это не принимала? Она ее принимала к производству? Ну, как же она поступила, она вынесла постановление о возврате. Да, а на каком основании она вернула? И почему я ее не получила? Куда она ее послала? Сентябрь-то был уже когда? У нас было ходатайство направлять все в электронном виде. Хорошо, будьте добры, по электронной почте мне отправьте постановление. Хорошо, направим. Спасибо.